мне не удается своими действиями понять, как высший уровень облачается, и как я могу уподобить себя и свои действия, его действия. Я только чувствую, что это хорошее состояние. Нет лучшего состояния в человеке, чем когда он запутан полностью, не знает ничего, ни что справа, ни что слева. И тогда от безвыходности кричит к Творцу, чтобы тот ему все обустроил. Зависит от того, для чего обустроил, что он хочет от этого. Но, по крайней мере, в состоянии, в котором он находится, видит, что тут нет у него никакой власти, никакой возможности, ничего себе не может сделать. Просто подвешивает себя наверх.